И снова здравствуйте, дорогие мои зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова. Город Ростов-на-Дону. Напомню, время на моем канале московское. И почта 250 рублей по России и от 500 за рубеж. Отправляю во все страны мира. Вот такая у нас с вами сегодня распродажа. Поехали. 2000 рублей. Значит, смотрите, еще раз показываю. Вот на планшеточке, вот они, вот так покажу вам. Смотрите, возле каждого ряда цены. Вот так. Значит, здесь, чтобы тоже нам с вами разбираться, вот это первый ряд, вернее, ну да, один ряд, вот он по 4000, и вот это все по 5000 рублей. Так, вот этот шикарный кулон 4000. Так, все посмотрели, все мы с вами, значит, определились. Вот, чтобы не было недомолвок, обиняков. Поехали. 2000 рублей. Вот такая фантастика. Размер 18. 2000. Если чего-то не скажу, ориентируйтесь, пожалуйста, на ряд и цену. Цена прописана вот здесь. По-любому буду показывать. Если вдруг, значит, с пробой вроде бы были все 16,8 размер 2000. Если вдруг что-то не показала или не сказала, я имею в виду по цене, вот такая красота. Смотрите, шикарный какой. Какой сказочный. Вот с такими шикарными блесками. И фантом, смотрите, треугольный фантом посредине у него имеет место быть. Пробы. Размер 17. Все, что меньше 17,5, увы, мерить не могу. Ну, давайте вот так, наверное, 2000. Дух захватывает. Пробы. Так, тоже 17-й, наверное. 17-й. 2000. Тоже сказочное колечко. Смотрите на просвет. Вот леденец леденцом. Единственный момент. Камера его вот так. Вот. Давайте вот так будем снимать. Иначе просто не видно. Так, пробы на месте. Размер 17-й. Все, что 17 размера, могу сделать и 16, и 16,5, какой нужно. Еще 2000. Посмотрите, какие камни. Вот редко, когда вот в одном видео 17 размер. Вот такие шикарные камни. Сказка. Пробы. Так, размер 17. Вот сдается мне, что весь первый ряд по 2000 маленьких размеров. Смотрите, какая иризация шикарная. Вот он. Вот. Вот с эффектом кошачьего глаза. Размер. Так, это, по-моему, колечко без пробы. Но я вам хочу сказать, мастер один и тот же. 17,5 размер. Ну, кого не пугает отсутствие проб, пожалуйста, добро пожаловать. Вот такая красота, тоже с иризацией. Вот она, фантастика. Так, пробы, размер 17,2. 2000. Такая фантастика. Вот она. Вот.
Красота. 2000. Смотрите, смотрите, смотрите. Вот интересно, вот с этой стороны вот так, а здесь вот так. И как будто два разных колечка. Пробы, размер 17. И последнее колечко у нас вот по 2000 рублей. Вот такая красота. Смотрите, как меняет рисунок. Тоже меняет рисунок. Вот так. 2000. Размер 17,5. Сейчас, минуту, давайте. Нет, 18 размера. 18. Следующая ценовая линейка. 2500. Вот ничего не хочется говорить, правда. Честное слово. Вот хочется смотреть и вам показывать пробы. Размер 17. Вот поверьте мне, 17 размера. Вот вы знаете, огоньки в руках. Вот огоньки. Они все изнутри светятся. 2500. Это линейка 2500. Смотрите. Смотрите, какой полихромник. Вот он. Пробы. 18 размер. 2500. Ну, фантастика. Пробы. 18 размер. 2500. Иризация фантастическая, просто, просто фантастическая. Вот такие пробы у нас. Так, 17,5 размер. Вот как только снимаю, все дети обязательно по очереди заглядывают. 2500. Фантастика. Фантастика. Высокие камни и вот такие чудные полихромники. Пробы. Размер 18. Еще полихромничек. От белого до зеленого. Пробы 18 размера. Красавец. 2500. Вот такой фантастический. Смотрите, и искорки тут разноцветные, и все, все, все. И вот я повторюсь, эффект свечения. Смотрите, вот под разными углами, с разных сторон, камень показывает себя совсем по-другому. Вот он, огонечек наш. Вот он, красавчик. Пробы. 18 размер. 2500. Вот такой красавчик. Смотрите, с искорками. Высокий. Обратная сторона. Пробы. Так, размер 18,5. Повторюсь, может быть, но я могу и уменьшить, и увеличить. Вот в этих изделиях от мастера Галины позволяет конструкция и в ту, и в другую сторону изменить. 2500. Еще фантастика. Еще вот такой шерл с дровитом, еще и с рубелитом. Так, серьги к нему купили. Пробы. Вот они. Размер большой. 20,5 до 19,5. Я думаю, что смогу уменьшить. Шикарнейшая иризация. И звездочки, смотрите, огонечки и на шерле тоже. Вот они, очень хорошо видно. 2500. Слов нет. Красавец конкретный. Вот он, полихромничек. Пробы. Размер 18. Красавец. 2500. Дровит. Обратная сторона. Пробы. Так, 17. 17,5 размер. 17,5.
Вот такой красавец. Очень необычный цвет. Смотрите, какая иризация фантастическая. Сказочный камень. Давайте с другой стороны его посмотрим. Вот он. Вот. Пробы. Размер, ну, 18-й четко. Четко 18-й. Потрясающий камень. 2500. Ну, леденец леденцовый. Масло масляное. И вот с такими искрами. Вот то, что камера показывает, смотрите, просто беленькими, на самом деле они радужные. Они всех цветов радуги. 2500. Колечко 18 размера. 3000 рублей. Шикарнейший дровит. Фантастика. Посмотрите. И даже, по-моему, Шерл. Вот там. Вот здесь немножечко Шерла. Сказочный, просто сказочный камень. Пробы. Размер 18. 3000 рублей. Вот «Ох и ах» мультфильм был такой. Вот. Охать и ахать приходится. Так, пробы. Размер 18. Фантастика. 3000. Вот такой полихромник. Смотрите. Высокий. Давайте с этой стороны посмотрим. Больше такого кисельного вот впечатления. Вот о нем такой киселек. Вот с, смотрите, с искорками. Вот они. Прям созвездием идут. Пробы. Размер 17,5. 3000 рублей. Вот такой полихромничек. Обратная сторона. Пробы. Размер 22. Могу уменьшить до 21. Наверное, и до 20 тоже. 3000. Ну, фантастика. Просто фантастика. Вот к нему есть и серьги. Точно, вот точно, точно такого цвета. Вот они. Смотрите, и такого же оттенка. И эти тоже. Вот смотрите. И, наверное, нет, чуть темнее. Вот здесь подвес чуть темнее. Он, наверное, под другой. Вот так. Пробы. Размер. Тоже не слабый. 20,5. Вот так на ручке. 3000. Вот такая фантастика. 3000 рублей. Так, это колечко тоже без проб. 19-го. Нет, 18,5 размер. И вот так оно на ручке. 3000. Полихромник с искрами. Вот такой красавец с радужкой. И под него тоже есть серьги. Вот отчасти и эти можно. И, по-моему, нет, не эти, вот эти. Вот прям четко-четко в тон идут. Почему показываю здесь на камеру? Потому что очень сложно по видео понять, но поверьте мне, я не буду вас обманывать. И потом говорила всем, что-то не так, в
что не нравится, верните мне, пожалуйста, обратно. Я верну денежку. Нет, поменяю на другое изделие. Высокий камень, размер 20,5. 3000. Еще фантастика. Вот такая красота. Полихромники. Одни полихромники. Насколько редкая вещь, пробы показала. 19 размер. 3000 рублей. Зеленого цвета. Дровит конкретный. Вот такой. Смотрите, давайте покажу близко-близко его. Вот он. Смотрите, центральная шторочка. И еще пара. Вот они. Вот. Смотрите, с обратной стороны. Вот он. Красавец. 3000 рублей. Так, пробы. Размер 17,2. На пальчике. Вот такая шикарная вещь. Вот с такими, с такой иризацией. Посмотрите, смотрите, какая радужка на нем. Красавец. Вот под него четко идет кулон. Так, пробы. И размер 18,5. Вот. Вы знаете, по моим наблюдениям, вот такие розовые камни, вот такие нежные, вот все-таки больше блондинкам идут. Но вот на моей коже, ну, у меня смуглая, смотрите, смуглая кожа, они просто теряются. Но опять, это только мои наблюдения. Может быть, кто-то, у кого-то свои соображения, пробы, размер. Так, давайте, непонятный размер, 18. Хотя, что тут непонятного? Вот, 3000 рублей, еще фантастика, еще леденец вот такой, с искрами, пробы, размер 18. Смотрите, 3000. И последнее колечко по 3000 рублей. Вот такой шикарнейший полихромник, высокий, с дровитом и рубелитом. Размер 21. Смотрите, зазор есть, тоже могу уменьшить. Вот такой красавец, 3000 рублей. Итак, 3500. Я надеюсь, понятно ценообразование, да? Все понятно. Если нет, спросите, отвечу каждому. Вот так. Треугольник, пробы, размер 18. Светится. Смотрите, камень светится изнутри. 3500. Еще полихромник. Вот смотрите, от рубелита до дровита. Высокий, размер 18, 3500 рублей. И вот такая сказка. Леденец, прям леденец. Знаете, похож и на янтарь. Кстати, одной из моих покупательниц определили вот такой турмалин, ну, местные, значит, знатоки определили как янтарь. И это было в Прибалтике, нет, простите, не в Прибалтике, а это было, по-моему, как бы не в Италии. Вот, я говорю, вы простите меня, но в Италии таких камней даже не видели. А янтаря, ну, там, где это янтарь, я говорю, что это янтарь. Это, простите, весь турмалин, какого бы оттенка он ни был. Ну, было не очень приятно и ей, и мне. Так, 4000 рублей. Поехали. Так, это у нас
вот такие шикарные серьги. Так, сейчас я на них настрою. Смотрите. Вот так. Значит, с серьгами повторюсь. Так, 4000. Еще 4000 полихромники. Вот они. Смотрите, дерево напоминает как. Вот он. Вот они. Вот, вот. Высокие. Значит, вот на эти швензы длинные могу поменять вот такие маленькие и кругленькие. 4000 рублей. Вот этот весь. Вот, смотрите. Смотрите, какая иризация. Весь ряд. 4000 рублей. Вот так. Вот такие розовые, смотрите, с искорками, с... Вот так, значит, на серьгах пробы находятся вот здесь. 4000. Так, еще сережечки. 4000 рублей. Так, и в этом же ряду у меня находится вот такой шикарнейший подвес. Смотрите, вот он. Фантастический, просто фантастическая вещь. 4000 рублей. Так, итак, 5000 рублей. Два заключительных ряда. Вот такие. Вот не хочется ничего говорить. Смотрите, смотрите, вот они. Вот такие шикарные камни. Это шерл, дровит и рубелит. Вот три в одном. 5000. Еще красавцы. Смотрите, какие. 5000. Еще. Значит, по поводу штифтов. Смотрите, вот эти длинные с заниженным штифтом идут. Длинные серьги, швензы с завышенным штифтом. 5000. То же самое полихромник, шерл, дровит и вот такой рубелит. Очень редкие вот это вещи. 5000. Красавцы. Просто красавцы. Камни. Вот леденцы. 5000. То же самое. Очень большая редкость. Шерл, дровит и рубелит. И еще и при этом вот с такими... Смотрите, смотрите, какие искорки. Так, 5000. Ну, нежность нежная. Показываю вот так. 5000. Тут слов нет. Просто вот... Мне кажется, вот ждут свою блондинку. 5000 рублей. Смотрите, какие. Смотрите. Вот они. Вот. Вот такие шикарные камни. Вот они. Вот. 5000. Так, ну давайте отсюда. Если я здесь, они все равно все по одной цене. 5000 рублей. Рубелиты. Сказка. Полихромники. Смотрите, какие. 5000 рублей. Нежность, нежность, нежность. Вот они, вот. 5000, красавцы. Вот такие ягодки, смотрите, с фантомами. Значит, они на самом деле вот малиновые, вот малиновые-малиновые, малиновое вино. Ну, то, что показывает камера, она добавляет, увы, коричневого.
Так, еще одни малиновые. Смотрите, еще и с искрами. Вот с такими искорками. Вот они. 5000. И последние в нашем показе. Так, хочется мне показать их близко-близко. Смотрите, какая красота. Вот темный гречишный мед. У меня были такие фантастические серьги. Были большие. Их сразу купили. Ну, эти, смотрите, смотрите, какие камни. Вот, вы знаете, вот если я все камни начну показывать вот так, ну, наверное, наше видео растянется часа, ну, на 3 точно. Но вот, вы знаете, правда, вот настолько шикарные, вот некоторые мне хочется прям вот таким вот образом. Уж простите мне эту слабость. Так, это были последние в нашем показе. Итак, показываю все, что мы с вами. Опять тавтология, простите, ради бога. Так, 2500, 3, еще раз, 2000, 2500, 3, 3500, 4000 весь ряд и 5000 рублей вот эти два ряда. Я желаю вам легкой трудовой недели. Пусть все ваши помыслы и желания превратятся в действительность. Будьте здоровы. С вами была Татьяна. Ой. Все поломала, все на эмоциях, все поломала. Хотела поправить. Все, всего вам доброго. Будьте здоровы.